Евангелие, как я и обещал, вас освящать в процессе ласты соберу. Единственное, что я как бы их собрал, но еще не сверлил, не прикручивал. Не знаю, стоит ли это делать или нет, так как тут такие клипсы, блин, застегнул, только же успел запариться. Да после прогулки ходили на речку. Так оно как бы трошки вроде и притомился, не знаю, может завтра присверлю. Ну, во всяком случае, сейчас уже оно держится тут крепко, ну, очень крепко. Классные, классные лопасти, я вам скажу. Просто красота. Единственное, что может быть даже надо было, это 1,3 жесткость. Можно было даже, может, единичку попробовать, просто сугубо попробовать. Ну, не знаю. Я знаю, что будет хорошо, это точно, судя от того. Строй такой у них. Интересный, Джей. Просто как бы ради пробы, потому что 1,3 у меня Дипмастер, медиум, эти самые лидерфинцы, как бы, понятное дело, что я знаю, что они будут хорошо, просто, как бы, я пошел по пути мягче лопасти, до какого можно опуститься предела, насколько они могут быть мягкие, чтобы они гребли, как бы, и не уставали ноги. Ну, а так, я же уж, приятно в руках держать. Очень клевые ласты, завтра просверлю, и будет ура-ура.